Ну что, дорогие друзья, всем привет! Вот и подошел тот день, когда я буду прощаться с очередным своим твинком. Очень, конечно, жаль, мы так и не довели его до идеала. Если бы не этот рейд и минус гемы, мы бы сделали конфетку с этого аккаунта, взяли бы высокие кубки и сделали полностью фулл прокачку. Но, к сожалению, остановились вот на такой вот прокачке. И сегодня я бесплатно отдам его кому-то из вас. Если кто еще не в курсе, как участвовать в конкурсе, сейчас я вам расскажу. А пока рекламная пауза. Многие всегда сталкиваются с проблемами, когда выбирают товары в интернет-магазинах. И в этом случае вам поможет расширение для браузера Ali Tools, которое можно скачать с официального сайта совершенно бесплатно. Это расширение поддерживает такие крупные магазины, как AliExpress, GearBest, Banggood, Pandao, LaModa, eBay, Avito и многие другие. Одна из главных возможностей – это отслеживание динамики цен. Сервис собирает изменения стоимости товара и строит график. По графику вы сможете узнать минимальную и максимальную цену товара за последнее время. Зачастую продавцы якобы делают скидку, а по факту цена остается прежней или даже выше. В этом случае вы сможете узнать, обманывает ли продавец, либо действительно хорошее время для совершения покупки со скидкой. Также вы можете отслеживать рейтинги продавца и понять, стоит ли делать эту покупку, либо же лучше поискать другой товар. Так что если вы цените свое время и нервы, это расширение для вас. Ссылочку, как всегда, я оставлю в описании. Итак, ребята, что же нужно сделать, чтобы получить этот аккаунт сегодня на стриме совершенно бесплатно? Да все просто, нужно выполнить условия, которые есть в описании. Первое, подписаться на канал, второе, на Инстаграм, добавить меня в друзья ВКонтакте и репостнуть запись. Все, все ссылки в описании, участвуйте сегодня на стриме, выберу победителя. Только если ты не умеешь проигрывать, лучше не участвуй в конкурсе. А я проведу последние онлайн-катки на этом аккаунте и больше никогда на этот аккаунт не вернусь и не зайду, потому что сегодня он перейдет в руки какому-то другому человеку, игроку и моему подписчику, надеюсь. Ну что ж, поехали. Последние каточки. Я хочу просто продемонстрировать всю мощь этого аккаунта. Надеюсь, не проиграю. Вот. И напишите в комментариях, вам нравился этот проект? И вы жалеете о том, что мы его все-таки не довели до той цели, которую ставили перед собой? Просто я бы, честно, ребят, не отдавал его никому и не разыгрывал бы сейчас. Вот, если бы не было так много минус гемов, а минус 50 тысяч это много. Чтобы их погасить, мне придется потратить немаленькую сумму, при этом еще нужно задонатить такую же сумму, чтобы довести до конца его. Поэтому я, ребят, сдался. Опача. Так, ну тут однозначно Poison. Три мушкетера. Причем, посмотрите, прокачка фуловая, да, у соперника. 13-е, да, 13-е рарки, это фуловая прокачка. Вообще 13-е карты, это неважно, рарки это или комонки, это уже фул прокачка. Я так не могу привыкнуть к этой новой системе уровня карт, что меня аж бесит, реально. Так, но три мушкетера, в принципе, мне есть чем контрить. Валькирия есть, дракончик, торнадо. Вот, но единственное, что смущает, что, блин, почему он фуловый? Почему он фуловый? Это 4400 и такие вот соперники мне уже подбираются. Так, мега-миньон, я думаю, справится. Ставим сразу голема, сейчас 30 секунд до двойного эликсира. Я надеюсь, что хозяин этого аккаунта... Тихо. Не будет его перепродавать, там еще что-то делать, потому что, ну, в аккаунт я потратил реально много денег. Ну, смотря с чем сравнивать, конечно. Если с основой сравнивать, то не так уж и много. Так, вот. Но надеюсь, что он будет радоваться этой прокачке и играть. Валькири, один раз... Крутанись, а чё не достаешь-то до еще одного мушкета? А Poison у меня не фуловый, поэтому эти гребаные мушкетеры не умирают. Так, здесь дракон, а здесь пушка. Так, отлично. Пушечку над гиганта. Так, я понял, это у соперника вместо сборщика просто хижина... Ой, печка, да? Блин, так. Готовим сейчас разряд. Разряд, ой, вообще идеальный разряд. Шикарно, все, минус вышка. Так, здесь ставим голема. Печечку забираем. Ой, блин, просто что ты творишь. Здесь Poison, шикарно. Минус еще один мушкетер. Так, здесь таран, естественно. Ой, ну вы поняли, что я не отдам ему эту вышку. Поэтому использую торнадо. Здесь использую дракончик, потому что сейчас будет орда миньонов. Да все, это изи. Такую деку моей колоды с големом очень легко выиграть. А, кстати, я не сказал, когда будет стрим. Стрим будет приблизительно в 9 вечера по МСК.
Также, ребят, еще забыл сказать, на стриме помимо розыгрыша Джиджика еще будем разыгрывать 6500 гемов. Вчера мы уже разыграли 6500 гемов, победитель их получил. В группе, в моей группе уже есть пост с пруфами, что я задонатил гемы, все дела. Каждый день, возможно, на каждом стриме я буду разыгрывать по 6500 гемов. Если тебе такая тема нравится, то приходи на все мои стримы, всего лишь подпишись на канал, нажми на колокольчик и не пропускай стримы. Все, и участвуй. Там не так много участников, поэтому шанс выиграть есть у каждого. Блин, крутой аккаунт у меня все-таки. Крутой, и будет скоро он не у меня. Так, здесь мегамуху. Это, скорее всего, Хок 2.6. Нет, это что-то другое, но похоже, похоже. Так, надо пушечку как-то сохранить. Ой, прекрасно. Поспешил он с миньонами, друзья. Так, палач минус палач. Готовим сейчас торнадо, либо разряд. Знать бы, что у него там за карты сейчас. Разряд. Все, отлично. Какой-то урон прошел. Так. До двойного эликсира еще целая минута. Похоже дека на Хога с палачом и этим, торнадо ракетой. Но тут шахтер. Так, ну что ж, ставим голема. Ставим голема, сейчас, в принципе, до двойного мы не успеем, да, прокрутиться. Но атака, думаю, пройдет. У нас есть торнадо, сейчас кинуть можно... Ой, мега-рыцарь, не люблю, неприятная карта. Так, но он его выбросил на голема сейчас, да? Ну, то есть, с краю карты он сейчас сагрится на голема, поэтому все юниты, которые за големом, я надеюсь, что уничтожат быстро его, палача... Ой, этого, мега-рыцаря. Но сейчас будет торнадо, да, это было очевидно. Но смотрите, палач еще не забрал пушечку. Пушечка живет еще, смотрите, смотрите. Ай, чуть-чуть не хватило. Ну ладно, сейчас, сейчас на двойном... А, смотрите, дракон, дракон остался. Готовим сейчас, если что, разряд. Нет, не... да, да, поздно, даже поздно. Не разряд, а поздно. Чтобы забрать миньонов и какой-то урон по вышке нанести. Шикарно. Сейчас будет двойной элик. Я, наверное, переключусь на другую сторону, потому что там уже как-нибудь добью, да? Так, ставим здесь голема. Готовим сейчас валькирию, если он сразу же пойдет в атаку. Я, кстати, по-моему, так рекорд и не апнул на этом аккаунте. То есть я хотел хотя бы 4900 с этой прокачкой. Но я упал духом, когда минус гемы были. Честно, мне просто было... Ну, как-то... Обидно просто. Сколько старался, старался, и вот так вот получилось. Но, если вы спросите... Справедливо или нет? Да, я думаю, справедливо. То есть я заслуженно получил минус гемы, то есть я не ною, все правильно, но просто обидно. Просто обидно, что тратил деньги, поставил цель и не дошел. Вот это обидно. Ну а так, что, что сделано, то сделано. Вот. Так, ну что, я думаю, что мы сейчас еще одну вышку заберем у него, потому что смотрите, сколько юнитов на карте. Но нет, мега-рыцарь, конечно, порешал. Но это победа, это, друзья, победа. Предлагаю еще одну каточку сыграть, потому что, ну вот как-то вот мы вообще на изи тут отыграли. Так, это что получается? Блин, я, может быть, не знаю, на нем сегодня, на этом аккаунте сегодня стрим проведу и прапы, и кубки на нем, чтобы, на этом аккаунте, чтобы победителю, может быть, будет приятнее, если он там этот аккаунт 4600 плюс будет, а возможно до 4900 дойдем. Ну хз, просто мне еще основу надо поднять, у меня основа сидит ниже, чем этот аккаунт, потому что мы сливались специально, чтобы... выполнить один челлендж. Сегодня буду продолжать этот челлендж. Короче, да, все-таки, скорее всего, на основе будет стрим. Так, это что-то я пропустил до хрена. До хрена я пропустил. Так, но надеюсь, что сейчас соперник тоже пропустит так же. Варвары, это неприятно. Здесь используем яд. Так, пушечка. Ой, ёптите, у него еще и пламенный. Ах, не люблю такие карты, колоды, где... Есть и варвары, там, допустим, мини-пека и пламенный, еще какое-то здание дефа, когда очень много контры против голема-гиганта. Так, пламенного дракона, естественно, придется дефать, просто вот надо подумать, мега-миньоном будем дефать или дракончиком. Я буду мега-миньоном, скорее всего. Так, нифига, это, короче, кор-гик, окей. Наверное, сливаем валькирию. Сливаем валькирию и пушечку. Ого, у меня 1400 хп справа. Ага. Так. Печально. Так, здесь давайте... Блин, нет. Сучка. Такая контр-колода мне, знаете, немножечко. И молния есть, и пламенный дракон. Вот. Так.
Интересно, что же, как бы быть сейчас? Сейчас двойной эликсир, я думаю, что мы забиваем, наверное, на правую сторону. Там, ну, как бы вышку уже точно он снесет. Просто у него молния, кургик. Ну, главное, чтобы не сейчас, чтобы не за этот заход. Охренеть, он снесет за этот заход. По 100 хп сносит этот колдун. Жесть. А, ну у меня же 10-я вышка, да, я это думаю. А, так, блин. Ну, варвар и пламенный, да ты мудила просто. Ну, как тебя такого, блин, родили? Дракон, этот, как тебя там? Голем, пожалуйста, давай выноси, я тебя прошу. Давай, давай, минус пламенный. Да ну, сука, ну что такое происходит вообще, блин, с этим клэш-роялем? Этот пламенный дракон сдохнет сегодня или нет? Фух, отлично. Мы снесли вышку с горем пополам. Здесь Мега Миньон. Так, давай Коргига. Я знал, что ты так поставишь Коргиганта. Вот, дурное ты создание. Так, здесь так. И Голема сюда, вот так вот. Пау. Минус Коргигант быстрее, пожалуйста, умирай. Здесь давайте Торнадо плюс Разряд. Он, конечно, сказочный идиот, слил варваров. Это был козырь в его колоде. То есть, ну, мне с големом очень было трудно делать атаку, когда и пламенные варвары. Но этот додик проиграл, потому что он додик. Победа, друзья. Короче, наверное, новому владельцу будет тяжело на этих кубках играть. И я бы на его месте слился, чтобы не париться. Хотя надеюсь, что аккаунт заберет какой-то скилловый игрок, и он его проапает. Если он проапает его там, я не знаю, до 5к+, я об этом еще видос запишу когда-нибудь. Возможно, даже это не последнее видео. Короче, 4600 осталось 3 катки. Возможно, на стриме, возможно, уже никогда. Прощаюсь с этим аккаунтом. Спасибо, ребята, что смотрели серии по этому аккаунту. Участвуйте в конкурсе, приходите сегодня на стрим. Ну и надеюсь, что этот аккаунт будет жить и будет продолжать развиваться, а не стагнировать и сливаться по кубкам. Конечно, вот по гемам жалко, что так получилось. Но что поделать, суперселы, они строгие у нас. Спасибо за просмотр, жду вас на стриме. До новых встреч, всем, друзья, пока.